На Украине перед выборами общество все больше погружается в атмосферу страха из-за гонений на несогласных с политикой властей. Об этом сказано в свежем докладе ООН, посвященном ситуации с правами человека в этой стране. Жестокие нападения, запугивания, уголовные преследования журналистов и общественников. Таких случаев все больше, а их расследования спускают на тормозах. В ООН также обеспокоены усилением церковного раскола, угрозами в адрес священников канонической православной церкви. Отмечается, что давление исходит со стороны ультраправых группировок и СБУ, которая действует заодно с радикалами. В таких условиях неудивительно, что люди боятся вообще как-либо выражать свое мнение. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека обеспокоено тем, что существующая политическая среда еще более способствует обострению напряженности, которая негативно влияет на свободу религии и убеждений, с возможными неблагоприятными последствиями для других прав человека, в частности, права на свободу мысли и выражения накануне выборов. При этом на Украине предвыборные страсти все жарче. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор, которого год назад лишили украинского гражданства, объявил, что взял билет до Киева. Прилететь намерен 1 апреля, на следующий день после голосования, поскольку уверен, Порошенко не победит. Еще Саакашвили выступил с новым откровением. Сказал, что в 2014 году Петр Порошенко в приватной беседе признавался ему, что готов обменять потерю Крыма на членство в ЕС и НАТО. Из слов Саакашвили, правда, не ясно, как именно отказ от притязаний на полуостров мог бы помочь Порошенко вступить, скажем, в альянс. Сам он тем временем продолжил поездку по городам. Сегодня Чернигов, и там, как до этого в Киеве, Житомире и Черкасах, президента снова ждали националисты. Они пытались сорвать митинг, скандировали «позор» и «где отрезанные руки». Тем самым главе государства припомнили, как он обещал отрезать руки за воровство. Это было до того, как все узнали о коррупции в армии.